Суточное количество смертей от коронавируса в Австралии достигло рекордной для страны отметки. От COVID-19 скончалось 13 человек. Большинство умерших, а также новых случаев заражения в штате Виктория. Среди жителей штата Виктория выявлено 9998 случаев, 723 случая новые. Эпицентр вспышки – дома престарелых. На них приходится почти 1000 активных случаев, болеет и персонал. Активных случаев в домах престарелых 913. Про них забыли, это очень грустно. Они 3 недели заперты в комнатах. Выпустите их оттуда, переведите в другое безопасное место, в больницу. Пожалуйста, помогите. Федеральное правительство направило 1400 военных и 5 команд скорой помощи в Мельбурн, чтобы помочь справиться со вспышкой коронавируса в домах престарелых. Австралии удалось быстро сдержать первую вспышку COVID-19, но вторая волна, начавшаяся в штате Виктория в прошлом месяце, заставила Мельбурн вернуть карантинные ограничения и привела к вспышкам в других регионах, включая Сидней. Начиная с минувшего воскресенья, все жители штата Виктория, находясь вне дома, обязаны носить маски.